Всем привет! Сегодня хочу продолжить тему насчет усилителя PAM8403. На этот раз, вот как вы видите, у меня усилитель с регулятором громкости сразу же. До этого у меня было видео, как я делал регулятор громкости для вот такой платы. Ну, в этот раз я решил уже не показывать, как я это все паяю, а уже все собрал. Вот этот наш усилитель. Цена сейчас его 74 рубля. Ну, в принципе, копеечная цена. Вот, и давайте посмотрим, что я тут собрал. Значит, это такая бюджетная, прибюджетная акустическая система. Два динамика у меня от телевизора. Также идет вот такой джек, самый обыкновенный, тоже самодельный. Где-то я взял разъем, провод от компьютерной мышки и провод от старого телефона, от Samsung, USB-шный. Ну, тут кусок от него короткий остался. Вот я припаял. Итак, смотрим подключение. Вот у нас подключено две колонки, плюс-минус, плюс-минус. Это черный, это у нас USB-шник. И вот он тройной, получается, это джек. Вот он серого цвета. Вот такая акустическая система. Это у меня на работе она стоит, потому что колонок мне не выдали и дали только системник, да, там монитор, клаву, мышку, а акустику не дали. Вот и пришлось замутить себе вот такой вот самый простейший вариант. Сейчас я ее подключу и покажу вам, как она работает. Я все подключил. Тут моднул изолентой, чтобы провода там нигде случайно не дернулись. Итак, подключение. Вот он, черный USB-шник я воткнул сюда. Провод коротковат. И там под столом мне не хватает немножко длины. Значит, белый провод пошел под стол в системник, втыкается в гнездо наушников, ну или там звука, да. Ну и давайте проверим звук, как это дело Всем работает. Привет, меня часто спрашивают о том, в какой нише начать реклама. Свой собственный бизнес. Пропускаем рекламу. Включение, подсветка. Вот здесь такая вот кнопочка. Вот и в отсеке, где вот я положу такие вот колодочки для подключения колонок. Громкость. Все у нас в порядке. Короче, вот такая вот штука получилась. Самые простые колонки, которые вообще можно сделать. Ну а на этом все. Всем, кому будет полезно данное видео, ссылку я на усилитель оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. До новых видео и до новых встреч. Всем пока!